Директор лагеря «Волжанка» Юлия Федорова рассказывает председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову, каким видит оздоровительное учреждение в ближайшей перспективе. Средства, которые выделялись на обновление и ремонт лагеря из областного и городского бюджетов, успешно реализованы. Здесь появились благоустроенная территория, кабинеты массажа, водолечебница. Были отремонтированы столовая и игровая комната. И сейчас вот планируется открытие центра досуговой жизни, о котором мы очень долго мечтали. Это большая наша потребность. Это будет очень большой прорыв в нашем оздоровлении, в отдыхе детей в организации. Обновление и ремонт детских лагерей – приоритетная задача для областных парламентариев. Фракция «Единая Россия» внесла дополнительные поправки к областному бюджету. 450 миллионов рублей направят на развитие инфраструктуры стационарных лагерей. Дети, помните, выражение было в советское время, цветы жизни. Так вот, цветы могут расти только в хороших условиях. Я сделаю все, чтобы для этого строящегося объекта выделялись и средства, и все, чтобы было современно, и чтобы было все достойно. Ольга Павлова, Петр Паламеев. События.